Жители улицы Забайкальская говорят, что наводнением здесь заканчивается почти каждый ливень. Коллектор уже старый, а проблема с ливневой канализацией носит хронический характер. По луже приходится передвигаться жильцам дома номер 15, корпус 1 и корпус 2. Жителям домов 16, 17, 6 и 22 по улице Забайкальская тоже приходится надевать высокие сапоги. Иначе здесь нельзя. От канализационных наводнений страдает очень много людей. Воды по колено, хоть на лодке плавай. Канализация везде течет. Кошмар готов у нас здесь. Вот я на первом этаже живу, у меня ноги больные. Все, канализация идет, даже из унитаза идет, понимаете? И вот я уже подумаю, может быть, отсюда уже убегать, хоть на старый след спокойно пожить. Заливает здесь все. Практически пройти, чтобы к мусорке, там кладут поддоны, чтобы через эту лужу нужно лодку, переправу делать, чтобы добраться до мусорки. И вообще перейти, чтобы в детский садик. И все тут залито обычно бывает вот канализацией. Эти запахи, фекалии, все вот здесь вот бывает. Канализация изливает дорогу уже не первый год. Люди обращались в различные ведомства. Но до сих пор ситуация не изменилась. Вместо ливневки здесь вот такой зарастающий канал, который подходит к забору детского сада. Ни скорой не подойти, и нам, пешеходам, ходить невозможно. Смотрите, что там есть. И лужи, и разбитый асфальт. Вот такой вот примерно. Ну, никуда не годится. Сколько можно терпеть-то? Очень много воды. Вот неделю назад вот вообще не пройти, не проехать. Хоть сапоги надевай. Вот так вот. Вот такая вода. Вот кругом лужи. Как пруд. Никому ничего не нужно. В ЖКУ обращались, в водоканал обращались, потом мы обращались, служба города обращались, звонили, помощи никакой. У нас, ну вот сливная канава все-таки она существует, но она вся у нас ни разу не чистится. Надо сказать, проблема с канализацией в этом районе не только на улице Забайкальская, но и у соседней улицы Белякова. Здесь в домах постоянно затапливает канализация и подвалы. Я хочу сказать, по Белякова улице, дом 25, плавает давно фекалиев. Весь подвал залитый, все открыто. Обращались в управляющую нашу компанию, и водоканал лично несколько раз звонил. Мы даже детей уносим, а то там невозможно дышать даже в квартирах. Пятый этаж. Ужас, какая вонища. И вот в данное время они что-то делали, вот канал приехали, там не наша проблема. Колодцы все стоят забитые фекалиями. Отремонтируют ли ливневку, починит ли старый коллектор, решат ли проблему с канализацией, покажет время. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».